Эти воспоминания часто возвращаются ко мне. Отдельные фрагменты, как будто из сна, которые стираются из памяти, как только я просыпаюсь. Может, это просто кошмар? Я был одним из крутых парней, но, вероятно, я недостаточно крутым, раз вляпался во всю эту историю. Ну так как, Луган, по-хорошему или по-плохому? Что, смек? У них не было никаких причин, чтобы это делать. Абсолютно никаких причин. Ты всегда был болваном, Логан. Ну, да ну, ребята, на таким как раз Самаха лучше опыт не ставить. Так, да, все, записываем. Всем привет, ребятки, сегодня мы начинаем проходить игрушку X2 Wolverine's Revenge. Начинаем, так сказать, первую ПК-шную игру со списочка. И посмотрим, что это у нас за игра, я вроде не помню ее. Вот это, со всех списков нашел ее, и сейчас посмотрим... Что это за игра? Так, сначала в опции зайдем. Что тут в опциях есть? Эффекты, звук, все так громко. А хотя я ж тут уже все, ладно. Разберемся потом по ходу. Так, новая игра, вперед, погнали, что ждать? Узнаем историю этого самого имя. Имя ОТЖ, давай. Чего? Бляха, давай. От 6. От 6 будет. Ну, от 6, да, нормально. От 6 лет все нормально. Часть 1 возрождение. Ой, как громко все-то. Оружие X, легкость 1968. Взгляните на него. Он просто великолепен. Да, он больше, чем животное, живущее инстинктами. Я не животное. Он слушает радиосигналы. Я не животное. Я человек. Да, с Росомахой лучше не спорьте. Вы со мной сделали это. Это да. Все вы. Теперь мы должны всех завалить. Вырубите его. Кого? Росомаху, да ладно. Я приду по вашу душу. Вырубите его. Сейчас я тебя как вырублю. Так, как тут играть? Ага. Оп. Че это такое? Нажмите кнопку когти, чтобы выпустить или спрятать когти. Когти более смертельные, наносят больше повреждения. Когти нужно прятать для выключения цели. Длительной силы. Окей, прятать надо, окей. А как дальше? Enter. Та-та-та-та-та-та, тихо! Сучка, слышь. Я тебе сейчас... Где следующий? Ай-яй-яй. Как тут блок, ага. Понял. Да чё ты так меня бьёшь-то? Слышь! Да ё-моё! Дважды нажмите кнопку когти, чтобы включить дикий гнев. Вы движетесь быстрее, смертельнее, и когти выпустятся сами. Хорошо. О, то ко мне, блин. Сейчас эти подсказки ваши совсем не к месту. Вау. Даже ящики можно бить. А стоп. Как тут? Мышка вообще. Еле. А как тут? Что? Это у него этот обмундирование, смотри, с этой, с последней фильма. Люди Икс Апокалипсис. Точно такой в фильме было. А я думаю, откуда они взяли его. Отлично. А как когти спрятать-то? Подожди. U, E, R, T. Нет, F, Z, C. А чё, как? Что такое правая кнопка? Это что-то какое-то чувствительность, что ли?
Shift это просто в нычку идти. Хорошо, Ctrl. Что такое Ctrl, Ctrl, нихера, Alt. Пробел прыгать, хорошо. А как когти спрятать? 1, 2, 3, 4, нет. Алле! Как когти спрятать-то? Я хочу отхилиться. Таб. Нет, не таб. А как тогда? Чё это? Ага, стрелочки, это у нас камера двигается. Подожди. Как когти спрятать-то? Что такое видеть удары? Чего? Позиция удара. Лапа циклона. И как я должен понять, что это нажимать? X, что ли? Не, я ничего не понял. Куда это? Что? Вверх? Вверх, влево, вверх, вправо или что? Кнопка какая? Цель миссии. Идите вход в подземную базу. Так, а подожди, а настройки? Это, короче, вылетела она у меня, зараза. Нельзя даже escape нажимать, получается. Но эта игрушечка-то старенькая, может, где, короче, какие эти. В общем, я управление чуть-чуть настроил. Там в настройках. Там, прикиньте, все на намах работает. То есть мышка тут не нужна. Получается, что у нас shift? Shift у нас это просто это. Ctrl вот у нас ползать. Я настроил так. Потом, что там у нас? Когти нам 8. Что такое нам 9? Нет, ничего. Потом... Это у нас удар. Это у нас ногой. Ага, это подкат. А вот 5 что-то, какой-то экшен. А, это, я понял. Подожди. Так, это ничего. Ага, это у нас эту. Я настроил, хорошо, а теперь нам 2. Нам 2 это камеру центрирует. Хорошо. Погнали, в общем-то, вперед. Я тут этих чувачков перевалил. Так, как куда? В смысле закрыто. Я сейчас открою. Я кто вообще? Так, нажмите кнопку чувства, чтобы активировать чувство мутанта и двигаться незаметно. Можно обнаружить следы запаха, термальные следы, скрытые объекты. Сделать невидимый удар. Окей. Это у нас получается в нюши... Вот этом в нюховом надо, да? Ага. Что за звук? Чё это? А, это я прыгаю. Быстро назад! Они меня спалили, да? Суки-то. Я не вижу ни хера. Так, и мне, короче, получается, придется по-любому идти к ним. Иди сюда, чувак. Я хоть тебя уработаю, что ли. Тихо! Нажмите кнопку «Уловка», чтобы активировать режим уловки. Если в режиме уловки вы подойдете к стене, вы сделаете захват стены. Чего? И сможете ползти по стене. Хм, круто. Подкрадитесь к врагам в режиме уловки, чтобы совершить невидимый удар. Чего? Ничего не понял. Ладно, подожди, я этого завалил, сейчас надо быстренько к этим. Давай руби его. Чувак, что там? Ты слышь, гранату мне бросаешь. Сейчас тебе как в жопу ее засуну. Так, что тут? Тут надо... Так, когти. Оп, ничего нету. Роси, давай. Валентина тут что? Идем вперед. Блин, а так это неудобно, слышь. Ты что тут? Ты подлец. Огнечек, ты смотри. Камера неудобная. Блин, на мышке было бы намного... Здесь лучше использовать чутье. Ты раньше не мог сказать? Когда когти спрятаны, ваша ускоренная целительная сила мутанта активируется. Да я уже понял. И? Я использовал чутье. А, вон оно как. В смысле? Там же вроде ничего не было. Ладно, давайте немножко отхиляемся. Ты елки-палки. Вот смотри. Вот слева мне показывает. Но спереди-то ничего не было или было? Это мне надо как-то пройти вон туда аж. Аж. Где? Ага.
Ага. Блин, камера. Не дури. У меня тут тонкая работа сейчас. Так, тихо. Спереди же вроде ничего нету, да? Ага, вот, блин, еле заметно. Она мне так в ухо шумит. О, спасибо. Хорошо, что это ярость бесконечная. Ага. Вон одна вижу. Все? Эхо, неадекватная камера. Тихо! Где? Не вижу. Вот спереди ничего нет. Ага, вон. Фух. Ты видишь, прошел. Только я не понял. Тихо. Как я буду сохраняться? Вот в чем беда. Вот ты ползать, слышь, неадекватно. Как? Что-то тут надо сделать. Удар. Ой, хоть, ха. Ча? Хорошо показывай себя, ты зарабатываешь признаки. Признаки позволяют тебе повысить уровень снаряжения. Хорошо. Невидимый удар навык. Да ты слышь! На кого напал вообще? Видишь, нет? Тай! Консоли управления позволяют многим управлять. Чтобы управлять консолью, нажмите кнопку вперед для действий. Где? Вот эта консолька. На, вперед тебе. Жму вперед. И. Ага. Тебя активировать? Нет, не активировать. Блин, а как же тут сохраняться тогда? Я как я буду проходить? Куда? Назад, что ли? Я назад не хочу. Там мины. Вот сюда. Ух ты. Что это? Подобранные обложки комиксов открывают секреты игры. Проверь меню бонусов, чтобы увидеть, что открыто. Давай вот это раздолбим. В чем проблема? А что еще можно раздолбить? Вот это. Ничего нет. И вот это. Ага. Вон оно что. Ой, а это что? А что ты не берешь? Слышь! Или это жизни? Ха! Смотри. Это моя тень? На стене моя маленькая тень. Привет! Тык-тык-тык-тык-тык. Так, что тут? Тут вот это в жизни и все, больше ничего нету. Как тут посмотреть? Вот ты, короче. Чё тебе там на груди нарисовано? Ладно. Так, блин, камера, ты бесишь меня уже. Еще только начали, ты меня уже бесишь. И куда мне? Текстурки балуются. Ну, ничего, бывает. Так, тут где-то было две минки. Я между ними прошел. Вот. Так, а стой, а куда мне? Где-то я дверь открыл какую-то. Тут вроде ничего, значит, тогда назад. Смотрите. Блять! Ты дурак, что ли? О, я думал, я уже подорвался нахер. Капец, так резко не делай больше никогда. Где ты шумишь? Смотрите в оба. Ты смотри в оба, а не я. Я буду в три смотреть. Тихо. Ай, блядь! Хер ли ты туда повернул? Вот тут такое резкое управление. Чуть-чуть тыкнул ему, он уже улетел. Ай. Конь ты, конь. Где там спереди есть что-нибудь? Ага. Давайте. Или я тебя уработаю, нет? Ты не хочешь развернуться? Ладно, давай. Сейчас так.
В чем твоя проблема, Верзила? У меня нет проблем вообще, а у тебя есть. Нихера ты у ворот. В смысле? А, тебя надо ножками бить. Так давай тебя я сейчас так и так отхерячу. Спокойно, люди-человеки, вот так. Что это? Карта, карта доступа. Хорошо. Сюда. Ты... Вот это вот да, вообще. Ой, чувак. Работай лучше. Так, тут что-нибудь есть? Нет, ничего. Стоп. Тихонечко сейчас. Ага, один есть, да? А тут есть кто-нибудь? Бдыщ, бдыщ. Нельзя разбить. Хорошо, идем в нычку. Так, а тихо, подожди, меня тут спалит или нет? Давайте, наверное, сначала вот этого вот уработаем. Ой, опа. Видимый удар, навык. А что это такое? 2 из 10. И что? Чувак себе спокойно ремонтировал тачку. Тут, короче, пришел какой-то мудак с когтями. Взял его, завалил. Ты тут открываешься? Нет, не открываешься. Хорошо. Идем дальше. Нам нужна подмога. Ой-ой-ой, мне тоже нужна подмога, я уваливаю. Вот тут чего? Закрыто. Ай, где ты там? Да, блин, тут такая камера жесткая. Просто стой. Вам нужна подмога. А мне тогда как? Придется бежать, а что делать? И уворачивать. У-у-у-у-у. Да я, блин, ниндзя! А где там еще один был вроде? Блин, влево, вправо, вправо, влево, не влево, не вправо, никуда. Ты сдаешься? Ты сдаешься? Серьезно? Ты серьезно сейчас? Ладно, на тебе вот так. Ой! Мне явно ты не сдаешься. Хитрунчик какой, хотел меня на понт взять. А потом бы в спину как дал бы. Ой, не то. Я сейчас пока еще в кнопках путаюсь. В этих ящиках вообще что-нибудь будет или нет? Тихо, я не хочу бочку вот эту трогать. То я знаю, что такое бочка. Так, тихо. Чувствительность. О! А, я прошел, да? Хитрые удары, двойные удары, очки поединков, бонус признаки, 3 из 10. Комикс 1 из 1 файл. Сохранить, конечно же. Да, запись миссии, вы чё? Точно сохранено? Смотрите мне. Блин, это так-то плохо. Как я буду проходить? Серьезно. На PlayStation попроще на эмуляторе, потому что у него там save state есть. Я могу сохранить, когда захочу. А тут мне нужно четко проходить. И с места. Да с места уже. Ой, а вас тут много. Воу! Тихо. Когда Росомаха будет оглушена... Неподвижно, схвачено. На экране появится индикатор. Быстро переместите мышку влево. Бляха, еще и на мышку переключать? Вы чё? Да не, блядь, вы меня на понт взяли, суки! Да иди ты в жопу. Комбос вообще какой-то есть? И чё ты? Живой? Епаха, смотри, сколько у меня жизни. Ёлки 20, вот это они меня отшибли прям.
Так, а подожди, как комбо сделать? А ну. Не-не, подожди, ладно, надо отхиляться как-то. Сейчас еще буду хиляться. Хотя, блин, а смысл? Я все равно не успею пройти. Мне еще тут 4 минуты. За 4 минуты я уровень не пройду. Никак. Еще и стоять хиляться полдня. Как? Так, это у нас это. 7-8 у нас ничего. Ладно, пошли потихонечку, может тут... Ну блин, ну тут камера неадекватная, я что, виноват что ли? Очень неадекватно. Вот там, я же не знаю, есть там ребята или нет. Вот смотри, моя тень на стене. А почему она на стене, а не подо мной? Я тут не был. Еще. Когда твои враги неподвижны, можно схватить их, нажав кнопку кулак. Нажми вперед или кулак, чтобы бросить, ударить и их в том направлении, куда ты смотришь. И заработать очки за метание врагов. Бляха. Так кинь его туда. Хорош. Тихо. Спокойно, ребятки. Ой, они меня потеряли, такие типа... Типа видели ж только что. Оп, блять, не туда. Обоих, что ли? Дай мне центр. Смотри, обоих уработал. Вперед. Червяк какой-то живет. Еще один. Так. Я вот, мне интересно, вот этих коробок что-нибудь будет когда-нибудь или нет? Туда мне не надо. Некоторые двери можно открыть только животной силой. Попробую выпустить свои когти и прорубить дорогу. Ну, вот это вообще без проблем. Это так и надо всегда вообще-то. Потому что я Росомаха, мать твою! Тут что? Тут ничего. Можно еще что-то прорубить? Ты кто? Прибор активен. Что за прибор? Чё? Вы издеваетесь? Блин, там минки какие-то. Тут что-то есть? Нету ничего. Блин. Воу! Ты в смысле? Опа, саблезубый. Это саблезубый? Это стопудово саблезубый. Это злейший враг Росомахи, наверное. Он же. Тут чего? Чего-то есть. Прыгни. Каждый файл памяти открывает файл в Церебро. Открыв, ты можешь войти в Церебро через меню бонусов, чтобы узнать больше об игре. Хорошо. Тут вот одно радует, что хоть музычка еще появилась, а то так было скучно. Так, ты. Да. Есть кто? Ни от кого не воняет носками тут. Вижу мутанта. Ай, вижу мутанта. Вы должны же задом стоять. Сноки, жудары, чего? А ты это, слышь? Почему это ничего не восстанавливает, вот это вот дверь? То есть я его бью суперударом каким-то, можно было бы восстановить что-нибудь. Там хоть жизнь. И? Ай! Ну, сука. Иди сюда. Я где там? Мне хоть бы немножко жизни восстановить, что ли. А этого зацепи тоже. Короче, вот так тебе будет проще. Так. Блин, какая ж тут камера, только херовая. Ты не нажимаешься, почему? Ну не дури, камера. Ай! Она меня подставляет. Так, это я понял, что можно вот так вот. Это подожди, а это?
падла. Я тебе ща. Так, это что? Ой, а что это? А, жизнь, смотри, точно жизнь. Так и падает с них чего-то. О. Тут прям похилили меня жестко. А ты сюда сможешь? Чтобы подняться по лестнице, подойди к ней и нажми вперед. Нажми действие, а не вперед. Опять этот файл. Так, погнали, мне надо как-то сохраниться, потому что не хочу опять перепроходить. Так, куда? Сюда. Беги! Опа! Давай за ножку его, за ножку. Ха-ха, прикольно. Так-то. Классно сделано, слышь, с этими ударами. Плотнее! Плотнее. Ай, с обоих сторон зажали. Спокойно, без паники. Тихо, еще. Да, эй, слышь, я тех не добил еще. А вы мне уже этих предлагаете. Да хорош этими заставочками херачить. Что это такое? Лазерные машины. Да я вижу, что лазерные, блядь, машины. Подожди. Ой, хорошо, и того... Двоих? Там можно двоих реально... Ты что? Слышь? Эй! Ты дебилоид, что ли? Бляха. Вот ты, короче, дверь не... Тут все дурит, что только можно. Так, стоп, а тут... Что? А, это вентилятор. Лазерные машины, и они... Ай, тут с такой камерой я не знаю, что делать. Подожди. Мне надо когти спрятать. Так. Вдоль стены может дать вам возможность сделать невидимый удар. Вдоль стены. А, он к стене еще может прислоняться. Это вообще. Короче, Логан, тут тебе все бонусы дали прям. Так, стоп, а куда мне? Сюда. Где он? Почему он сдох? Я к нему еще не пришел. Не разбивается, окей. Так, а подожди, мне надо отключить лазеры. Можно отключить? О, отлично. Хотя уже и не надо. Есть кто? Ой, отличненько все прошел. Хорошо, сохранить. Да, запись миссии. 1-2 комикс-чехол не нашел где-то. Комик-чехол. Ну а где я его там найду? Да, давай на вот эту. Сохранено. Все, ребятушки, давайте продолжим в следующей серии. А то и так времени уже много получилось. Так что всем спасибо за просмотр. И всем до встречи. Всем пока.